Hello, друзья, с вами СиТиПро, и сегодня покажу вам Майнкрафт 0.14.0 билд 3. Да, уже вышла третья версия Майнкрафта, и здесь, к сожалению, нам опять же справили только новые баги, и добавили еще баги. Что ж, не случайно я опять же поставил здесь вагонетку с динамитом, потому что ее текстуру решили изменить. Да, ее текстуру маленько изменили, вот, и теперь издалека она не будет светиться, то есть раньше она светилась. Ну, давайте сейчас это все уберем, но, как видите, ничего уже не светится, и опять же, я здесь не случайно поставил вот эту воронку. Теперь нам добавили нормальный ползунок. То есть, ну, можно сказать, все целиком изменили. Как видите, сейчас я вам покажу вот этот ползунок. Вот он находится у нас в инвентаре. Да, его маленько изменили. Вот он подался изменениям, можно сказать так. Нам также изменили, добавили FPS вот этим блоком. Так, снег, подожди. Добавили FPS, я не знаю, как это назвать. Уменьшили лаги нажимных плит. Вот. Да, это реально. Добавили больше FPS и снегу. То есть теперь, если вы хотите выживать снежными биомами, вы теперь можете не бояться понижения, резкого понижения FPS, как это было раньше. Теперь у вас все будет стабильно, так и нам говорят или обещают разработчики в новой версии Майнкрафта. Вот именно в этом билде все исправили, оптимизировали, можно сказать, весь Майнкрафт. Но, к сожалению, как я сказал, здесь также нам добавили новые баги. Это, к примеру, баг с отображением заборов. Как видите, на каждом заборе теперь есть текстурка другого забора, но, к сожалению, это текстурка как бы не влияет на сам блок. То есть это текстура, которая у нас нарисована только в инвентаре. То есть так просто ее не будет. Ну, опять же, это все исправит. Поэтому нам придется ждать 4-й билд, когда это все исправит. На самом деле в Майнкрафте еще багов очень много. Но зато у него хорошая оптимизация. Также, опять же, они маленько изменили кожную броню. И добавили еще улучшений. И она стала еще лучше, не знаю, куда еще лучше можно. Вот теперь также убрали вагонетки. А нет, подождите, давайте сейчас начнем с этим. Теперь у сундука, опять же, вагонетки тоже добавили ползунок, которого раньше не было, к сожалению. Вот. Что же связано с вагонетками, вам стало интересно. Ну, теперь в одном биоме, не помню в каком биоме, у вас случайно могли спавниться пустые вагонетки. Да, это было, и теперь этот баг исправили. Да, наконец-то его исправили спустя 2 билда, да, довольно долго они пытались исправить этот баг, но на самом деле они просто не знали об этом баге. А, также изменили мини-карту, то есть теперь появилась кнопка, и можно этой карте выбрать масштаб. Да, и довольно прикольно, и прикольный билд, можно сказать, с прикольными изменениями. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.